be your end. Your soul will burn in hell forever. Да что-то не понимает, откуда вылезли? Я так и не понял. Вот дают-то. Вот это понятно вылез отсюда, из вентиляции. А то я тебя откуда появился. Так, патроны. Да, не повезло тебе, дружок, не повезло. Так, а что здесь? Фу, сохраняемся на этом месте, на всех случаях. Вдруг человек просто неплохой очень. Фу, готовимся. Мне еще не нравится это место. Чё за? О! Чё за? Чё за? Какого хрена чиди зажат был? Блин, надо, конечно, бить им. Ой, да уж, ну это не профессиональное прохождение, так что на профессионализм здесь смотреть нечего. В общем, ждете профессиональное прохождение, то лучше не смотрите. Это будет просто, в общем-то, ну, прохождение. Хардкорное настоящее. Но не профессиональное. Чё, зажали, сволочи, конечно, да, надо было не по-другому все действовать, что-то я слишком тупанул просто в этом месте. Нужно было по-другому действовать. По-другому. Черта, чё же я так с теми тварями тупанул, конечно, изрядно. Надо бы, конечно, брать вот это оружие против них-то. Лишь потом, конечно, многовато уже. Надо, думаю, пора тратить их. Ой, так, ладно. О, броня. Броня, отлично. Так, а, приходит какой-то новый уровень, что ли, второй? А, второй уровень, сектор Альфа 1. Видимо, так, что ли, да? Все, да, добраться до лифта на второй уровень, отлично, мы добрались. Переходим на новую, очень новую локацию. Альфа сектор 1. А, точнее, Альфа сектор 2, новая локация. У нас тут таким образом загружается. Так, комплекс Альфа, сектор 2. Ну, в общем, почитайте все там, что написано там на паузе. Почитайте. Я, да, наверное, не успею, потому что мне кажется, игра быстро загрузится. Точнее, на тот уровень. Мне так кажется. Хотя, не знаю, может, возможно, и не так быстро. Ну, лучше, конечно, лучше не торопиться читать, вообще на паузе лучше. Отлично. Уровень 2 он загрузился. Фу, все, приехали. Так, отлично, отлично. Сохранимся в этом месте. Фу, так, отлично. Попали в новую локацию. Тихо. Это что за звуки? А, это лифт у нас. Искрится. Здесь, в USC, мы предоставляем... Это что еще за такое? Кто там съел бедного человека? Признавайтесь, а то проучим хорошенько. Так, аптечка есть, отлично, восстановить здоровье. Ее просто. Что здесь еще происходило? Фу, ее просто. Что такое вообще здесь было? Пинки что ли те? Ага. Давай зевайтесь вообще. Да. Ой, блин. Черт. Ой, сразу двое, неожиданно. Ладно. Справились, как бы, более-менее. Здесь, в USC, мы предоставляем... Блин, хватит повторить уже. Сука, можешь повторять, не знаю, дует тоже. Я уже слышал это. Так, ну ладно, двоим бы вообще нас зажали в углу, конечно, но, слава богу, здоровье нас, конечно, не сняли так. Черт, конечно, немножко растерялся в этом месте. Хоть, конечно, знаю, какого хнима, как уничтожать, но... Да вот, конечно, срано. Так, еще, блин, сранцы, игру испортили, хорошая игра была.
как называется-то, Супер Турбо Турки Панчер 3. Чёрт, а? Отнапканы. Сранцы испортили вообще игровые автоматы. Наш клан герой теперь поиграть нечего. Так, ладно. Да уж. Им бы, как обычно, нападать на нас целыми толпами. Сейчас здоровья, конечно, маловато. Так, у аптечка есть, отлично. Ну, а теперь, я думаю, заживем как-нибудь. Так, сканируем еще раз. Отлично, дверь раскурочена. Блин. Чё за? Ух ты! А кто вообще появился, интересно? Тут что-то я так не понял. Ладно. Напугали. Молодцы. Получилось. Ох. Куда побежал, скотина? Черт, блин, дверь заблокирована. И чем ничего, как мне здесь пролезать, интересно? А, Марика, что-то есть. А, мне снова туалета. Да вы издеваетесь, туалета. Так, дверь не открывается, да, не получится пройти здесь. Ой, черт, двери. Да вы издеваетесь, туалет ходить. Очень ненавижу жить сюда туалета в этой игре. Не очень приятное место. Да вы издеваетесь. Какого? Хрена. Блин, ты чё? Ух ты, нифига себе, что так у тебя было. Ну, ты, конечно, вот слишком неповоротливый с такой дубин, даже сам справиться не сможешь. Смешно. Взял, в общем-то, ключ. Думал, меня дубасит. О! Какой-то быстрый уже. Они же какие-то более проворные, О! Да! Черт, дизеря. Так, еще один, пусть гаденыш появился с двумя головами. Не знаю, то ли призрак, то ли что-то еще, как называется. Привет. О, красиво, как фонарик. То, что круто в этой игре, в общем-то, то, что нашего героя видно в зеркале. Вот, видно его, кажется, хорошенько. С фонариком, конечно, и без. Круто. Не то, что, в общем-то, нет игр, где там вообще даже наш клан герой не увидеть нельзя. Изображение, в общем-то, в зеркале. Круто для той игры. Как я считаю. Так, лестница еще одна. Да уж, черт, блин, двери. Как обычно. Туалеты и... Во, гранаты. Че, гранаты же у меня были-то. Че ты гранаты забывай-то? Хотя, какие гранаты здесь нужны вообще? Даже здесь гранаты вообще бесполезны. И меня просто. Хотя, может, не бесполезны. Не знаю. Я даже не пользовался этим гранатом вообще. Фу. Чё за? Алло, кто-нибудь нас слышит? Ага. Радио работает на очень низких частотах. Если вы слышите меня, я недалеко. Я заперся на складе S4. Если кто-нибудь слышит меня, выручайте. На помощь. Отлично. Тут нас иди... О, Харика. Одним, в общем-то, выстрелом в упор ему, я, в общем-то, его забабахал. Одним выстрелом в упор, в общем, забабахал этого иностранца. Спрятался хорошенько, молодец, спрятался. Я чуть даже не ожидал его здесь увидеть, ну ладно. Фу, идем дальше. Самое главное еще осторожно идти, не тратя это. Быть готовым ко всему. Так, отлично. Чё за? Ох ты, жесть. Ну, настоящие зомби, как Resident Evil. Жрут друг дружку. Без зазрения совести. Вот, сволочи. Так, КПК вижу, отлично. Вижу КПК. Сохраняемся, берем еще. Хотя дровик дрочи раз пройдем. Это место. Готовим дровик сразу же. Ух ты! Фу! Повезло, конечно, мне просто повезло. А, как раз это место, где мы, в общем-то, с той стороны были, тогда мы просто обошли все.
Да помните, здесь был десантник. Был как раз бомб, здесь десантник один был. То куда он делся, видимо, убежал, что не знаю. Это десантник зараженный. Точнее, даже не зараженный, а. В общем-то, обезумевший. А демонический. Демонический десантник. В общем-то. Так, ладно, все. Справились с этими имбами двумя. Плюс еще с этим гадом. Двуголовым. Так, идем-ка сюда лучше сходим. А, привет. Так, эти фонарь, конечно, можно вас одним фонариком завалить. В башке. По башке. Получай по башке. За то, что, блин, жретесь друг дружку, сволочи. И, в общем-то, без зрения совести. Настоящий каннибал. Так, Эндрю Чин. Какой-то новый пока, в общем, мы нашли. Таким образом. Так, попытаться найти группу Браво, цель текущего задания. Так, а что там за... О, обращение с научными работниками. Послушаем. Сейчас скоро. Сколько у нас здесь, в общем-то, этих записей. Так, может, какой-то есть... Пароль какой-нибудь. Наверное. Так, шкаф... О, 038. Пароль. А, так вот, 409. Ага, понятно. Запишем. Докладная записка о неподобающем обращении с научными работниками. 14 сентября 2145 года. Как вам известно, я приложил значительные усилия для набора сотрудников в лаборатории комплекса Альфа. Найти квалифицированных ученых, согласных работать на Марсе. Непростая задача. Вы это знаете не хуже меня, но я вынужден еще раз подчеркнуть, что их жалобы необходимо принять всерьез. Мы не сможем ни удержать наших сотрудников, ни набрать новых, если подобные издевательства будут продолжаться. Да, именно издевательства. Я постоянно получаю жалобы на действия сотрудников службы безопасности, которые все время задают неуместные вопросы и устраивают ненужные проверки биографии. Я настаиваю, что у сотрудников должно быть право на личную жизнь. Люди просто не могут работать в такой атмосфере. Не знаю, существует ли реальная опасность, но действия сотрудников охраны можно расценивать только как вредительство. С уважением, Эндрю Чин. Конец записи. Так, пароль у нас здесь. 409. Для одного там шкафа. Только где шкаф находится, я так не, пока не понял. Ну и потом, думаю, я вторую пока аптечку оставлю, бля. Дома здесь, надеюсь, я потом сюда вернусь. Так, сохранимся, калашу. Так, еще. Хотя, не знаю, может называются эти монстры-призраки. Возможно, точно не помнишь, как они называются, эти двуголовые осранцы. Которые из интереса любят вылезать. Так, 4.09 пароль еще у нас имеется. Для шкафчика. Только бы найти еще шкафчик тут. Что за? Ух ты. Привет. Отлично. Что за? Отлично, загасили. О, воздух, а, здесь. Чё, а, здесь, в общем-то. Понятно. Здесь воздух маловато. Так, понятно, в общем-то, там можно перемещаться очень быстро. Там воздуха просто нету. Ладно, идем. Фу, отлично справились с этим гадом. Ничего, патрон, что мало тройку патронов маловато очень осталось, да. Так, пора, думаю, переключаться на автомат. Точно, пора. Пора на автомат переключаться. Так, патрон там имеется. Аптечки вам вижу, да. Так, кто у нас живой? Нет? По лицу видно, что не живой. О! Отлично. Разобрались.
Так, а что у нас такое за прибор? Черт. Это что такое за видео? С начала освоения космоса Объединенная аэрокосмическая корпорация была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как Гидракон обеспечил нас нескончаемыми запасами водородного топлива, специалисты начали задаваться фундаментальным вопросом. Можно ли хранить это топливо в сжатом виде, чтобы притворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы? И теперь мы с уверенностью отвечаем – да, можно. Под руководством доктора Малькольма Бетругера лучшие специалисты корпорации совершили прорыв в области квантовой физики. Теперь мы можем хранить топливо для наших межпланетных двигателей на основе антиматерии в промежутках между электронами и протонами в молекулы. Теперь топливо, которое когда-то занимало половину полезной нагрузки межпланетного корабля, занимает лишь малую часть прежней массы. Перед вами компактор молекулярного топлива, или КМТ. Еще один шаг навстречу мечте человечества. Достичь самых удаленных планет и колонизировать. Корпорация UAC уже давно взяла курс на то, чтобы построить мир без войн. Понятно. Отлично, что ж, идем дальше. Так, это вообще наши? Может они... А, мы, кажется, нормальные люди. А не те, которые мы встречали, да? Давай, давай, давай! Ау. Меня слышишь? Интересно, они нас видят вообще? Эти десантники-то. Наверное, видят. Хотя нет, вряд ли. Что такое случится вообще, интересно? Так, готовимся к сверхзаточке. На всякий случай. Так, диски... О! Чё за? О! Так, ко мне бегут. Ко мне бегут. Солдат, Браво докладывает, что они засекли твое расположение. Мы не могут до тебя добраться. Попробуй пройти через технические помещения и соединиться с ними в третьем секторе. Отлично. Видимо, все-таки нас они видели. Как раз те десантники, которые там были, вот как раз там пробегали. Отлично. Состав-то до них добраться, видимо. Так, давай патроны набираем немножко. Размещаем патроны. Вот у нас пока маловато их там остаются. Так. Какой-то. А, это, наверное, мне кажется, то видео, которое я смотрел уже, что ли. Я так... А, КПК еще есть? Так, посмотри, что там за видео, интересно. Это то видео, которое я видел или нет? Или... Уберите видеофайл. Это что ли? Смотрел, что ли, уже? Смотрю-ка. С начала освоения космоса Объединенная аэрокосмическая корпорация была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как Гидракон... Понятно, что-то видел. Видел как раз там. Там как раз мы уже видели так. Смотри, второй раз, я думаю, не буду. О, КПК. Олтер Коннорс. Посмотрим. Сука, пока он уже имеется-то. Снижение работник компрессора КМТ. Так, почта мой кубик. Рубик. Так, записываю. Шкаф 039, код 102. По мне же два кода имеется уже, которые нужно использовать для ящиков. Погоди. Тут еще за ящик, интересно. Понятно, еще какие ящики нужно открывать этими кодами. Да, уж нужно забраться. Аудиозапись у Уолтера Коннорса. Компрессор молекулярного топлива показывает великолепные результаты. Последние изменения, которые я внес в уравнение, стали толчком к недавнему открытию. Моя работа над этим проектом послужила катализатором, ускорившим развитие работ. Я также следил за тем, чтобы каждый качественно выполнял свою работу и, конечно, перепроверял все данные, чтобы нигде не закралась ошибка. Новые достижения принесет компании огромную прибыль. С
скажу без ложной скромности, из моих идей и тяжелой работы мы вряд ли смогли бы добиться такого успеха. Я также хотел бы выразить вам признательность за вашу руководящую роль в этом проекте. Работать с вами – большая честь для меня. Только, пожалуйста, не забудьте в конце года вставить мое имя в список на повышение. Уолтер закончил. Так, о, красочные патроны. О, такой небольшой тайничок в этом месте имеется, вот как раз в этом месте, где мы как раз видели с той стороны, в общем, когда шли с той стороны, видели как раз здесь имба, вот как раз был такой запас патронов, а аптечек там, чтобы пройти сюда, нужно было как раз лестницу спустить. Я, как я, в общем, до этого видел, в общем, показывал. Вот как раз эта лестница наверх, в эту вентиляцию, она открывается при помощи как раз этого полфа, это, в общем, в этой панели, вот написано, лестница установлена. Так, ну что ж, идем дальше. Не знаю, где, конечно, в этих кодах пользоваться для каких шкафчиков. Пока что я даже эти шкафчики не нашел. Только что один видел шкафчик, который не открывается. А вот остальные, конечно, я открывал бы шкафчики, так что не знаю. Так, техсклад. Ой, блин. Зажали просто в углу. Так, аптечки здесь нету. Останови здоровье-то. Ага, хотя ладно. Кстати, там где-то была, по-моему, птичка. В той стороне что-то не хочется даже возвращаться, уже не хочется. Хотя, конечно, может пригодиться. Так. Патроны. Патрон дробовику, отлично. О! А вот аптечка. Старая восстановили. Так, а это что такое за панелька? Что-то незнакомое. О, еще аптечка. Так, ну, запомнить, что здесь находится аптечка у нас в этом месте. Так, ага. Лифт. И чё? Так, вызов, лифт, верхний уровень. А, спуск, лифт включен. Какого? Чё за? Что-то было, конечно. Ладно, понятно. Справились с этими гадами, хотя бы. Так, аптечка у нас сверху, по-моему, так-то. Надо за ней вернуться, думаю, будет стоить, что ли. Так, можно вернуться? Можно вернуться, надеюсь, назад. О, нет, этот. Так, вернусь-ка назад, лапь за печкой. Все-таки. На всякий случай. Слава богу. Так, где у нас здесь была аптечка-то? А, вот она. Во. Ну все. Спускаемся вниз, в общем-то, сохранимся. Два раза. На всякий случай. Так, отлично, отлично. Так, сохранимся так. Плюс еще вот так. Ладно, идем. Будем почаще сохраняться. Хочется, думаю, попробовать его провести. Вырубил все электричество в зоне. Имею в виду, сильный импульс может отрубить и наши фонарики. Угу. Понятно. Будем почаще сохраняться, да. Будете покрывать. Надеюсь, еще получится прикрыть. Вот. Отлично. Еще фонарик, да. Фонарик как бы тоже, по-моему, вырубился мой.
Черт, не нравится мне эти импульсы, да, энергии какие-то, которые вырубают в свет. Да, блин, надо тебя будет прикрывать. Что это? Держись ближе. Понятно, в общем, свети, я прикрывать тебя буду. Живой? Еще раз сохранимся, давай, на этом месте, на всякий случай. Так, давай-ка я лучше впереди пойду. Прикрывать тебя буду. Давай, давай. Свети мне, свети. Да, погоди, погоди. Здесь вот должен след быть. Аптечка, по-моему, где должна быть. Подожди, подожди, мы... Мужик, не иди никуда. Там. Да погоди, погоди ты, что ли? Я быстро со фонариком. За это, за аптечкой. Так, иду, иду. Да иду, иду, мужик. За аптечком же сходить тоже ведь. Понимаешь ведь? Ладно, идем. У нас нет времени. Так, давай свети куда? Куда тебе, ну сюда? Отлично. Блин, ни хрена не видно, ни хрена. Низги. Еще один. Кто вообще? Убей его. Живой? Фу, пошли вперед. Так, аптечка, ты еще. Так, куда? О, господи! Берите это от меня! Слава богу, ты убил его! Ну да, повезло. Ой. Выход там! Так, погоди, дружок. Сканимся еще раз. На всякий пожарный. Вот так вот. Мужик. Да где вообще? Какого хрена? Фу, ё просто. Черт, он все-таки этим погиб. Черт, это этим запланировано. Он не выживет все равно в любом случае. Черт, или хотя может... Да нет, не получится. Блин, жалко. Все-таки он, видимо, не доживет. Не выживет в любом случае. Эти двоим бы, в общем-то, его просто раскромсали. Попала. Хотелось его спасти, но, видимо, это не нельзя его спасти, не получится. Как бы не хотелось. Это скрипт. Так, в общем, лестница наверх. Что ж, поднимаемся. Сходимся еще раз. Извини, дружок, мы тебя не привели. Извини. Не повезло тебе, дружок, не повезло ему, бедному нашему ученому. Вот так вот. Это, видимо, так и есть. Так он должен погибнуть в этом месте. Спасти его не получится. А, Марика, шкаф какой-то. Да, а, Марика, 0.30, погоди, у меня, по-моему, какой-то пароль есть был. Был пароль какой-то. Какой-то пароль, по-моему, был, если не ошибаюсь. Где это смотрел, вообще интересно. А вот, как раз, да. 0.30, шкаф 0.039, код 1.02. Вот, как раз, 0.39, шкаф, и написано номер у красного. Так, 1.02. Во-во-во. Так, и патроны там лежали, видимо, в броне. Все, что необходимо. Отлично, идем дальше. Ой, бедолага, не повезло им, конечно. Спасти его не удастся. В любом случае.